Ты видел такое? Ты видел такое? Смотри, у меня теневой пропуск. Да ну, следопыт. А что за мемос такое? Это что это? Вы серьезно, что это? Эгэгэй, здорово, бро. Ну чё, как ты там? Как поживаешь-то? Рассказывай давай. Хомяка играешь, нет? Хомяка там тапаешь? Хомяка душу своего, нет? Играй давай, ты чё, блин, миллионерами станем, как сейчас выиграем и поедем в Лас-Вегас жить. Да, так что давай, играй, вступай в мой телеграм-канал, там я выкладываю, как его, эти комбо всякие там, как там, тыкать, пыкать, короче, нажимаешь, зажимаешь и выигрываешь. Короче, я уже заработал 1185 жетонов, давайте сразимся последний раз. Ой, не сюда надо было, вот ебан, балбес. Ладно, можно было там 20 всего лишь, как его, жетонов, и не тратить билеты, самое главное. Ну ладно, давай, раз Киба хочет получить люлей, получит. Тихо. Окей, давай, Киба, светло ты, мандат, умирай. Отлично. Фу, хорошо. Так, сейчас, короче, выиграем. Заберем жетончики и пойдем в портал. Давай смотреть, что там будет у нас в новом портале. Какие там боссы будут, какие не боссы. И это уже интересно будет. Это уже будет интересно. Я думаю, Battle Pass быстренько мы закончим сегодня с тобой. Прямо на видосик, наверное, успеем. А может быть и нет. А может быть и да. А может быть, пошел ты нафиг. Вот, короче, смотри, самое главное, знаешь, что я тебе еще хотел сказать, бро? Ты видел такое? Ты видел такое? Смотри, у меня теневой пропуск получился. Нет, на самом деле, да, разработчики мне подарили теневой пропуск, потому что его нифига никак не купить в России. Я не знаю, напишите, если вы в других странах живете, покупали вы хоть раз теневой пропуск. Но это просто имба. Я так мечтал о нем. Смотри, получение бонусных карт без видеорекламы, дополнительные ежедневные награды, дополнительные ежедневные задания, доступ к игровому режиму, ежедневные боссы. Давай посмотрим на этих боссов, кстати. Потом, Киба, успеем мы убить, замочить, победить. Так, смотри, что нам доступно. Вот, эксперимент. Так, записи незнакомца. У нас проблемы в наших краях, объявился Мнемос. Ты никогда о нем не слышал, многие хотят с ним повстречаться. Давным-давно в куполе произошла вспышка загадочной болезни. Люди массово теряли память, никто не знает почему. Но таинственный незнакомец вернул память людям. Его прозвали Мнемосом. Никто так и не узнал, кто это такой. Он скрылся. На самом деле, этот Мнемос спровоцировал болезнь, которую потом вылечил. И сегодня он вернет кое-кому воспоминания. Если у него получится, тот человек покончит с собой из-за этих воспоминаний. Останови Мнемоса. А, нифига себе, босс, дня Мнемос, прикинь. Да ну, следопыт. А что за Мнемос такое-то, что это? Вы серьезно, что это? Так, ну он изи же, нет? Подожди. Это изи? А что это за Мнемос такой? Ну реально Мнемос зовут, а сет у него вообще какой-то дурацкий. Это что за Мнемос? Это что за покемон? Так, ладно, какая-то копия, это с Алиэкспресс Мнемос, что ли? А? Китайская подделка? Куда там собрался? А, ну а смотри, стреляет так же пистолетом, но у него совершенно все другое. Другое оружие, другое, все просто. Вообще, ведро какое-то на голове квадратное. У меня мусорного ведра такое же. Ставь лайк, если у тебя мусорное ведро тоже, блин, квадратное. О, смотри, что это? Что за Мнемос? Реально подделка. Но самое главное, знаешь, что прикольно? Что за этих боссов дня теперь можно в марафоне просто миллион очков там получать. Иногда бывает задание, помнишь? По 1000 просто дают, по 1000. Это имбулина просто, чуваки. Это просто имба. Смотри, бонусная карта бесплатно. Все бесплатно. Так, значит, правду говорили местные. Какая-то чертовщина. Бессмертным об этом лучше не знать, сэр. Что написано в этих заметках? Мнемос изобрел технологию, заставляющую человека временно забыть какие-то куски своего прошлого. Воспоминания, естественно, не стираются, они блокируются. Мнемос может отнять их или вернуть по собственному усмотрению.
Он наверняка не остановится. Мы должны следить за ним. Чуть позже я расскажу тебе о нем и его изобретении после... А, более подробно. Угу, спасибо. Так, новые заметки смотри. Так, и теперь я так понял, что босса дня... А, теперь, да. Видал, через 12 часов теперь я смогу только. Прикольно, прикольно. Так, ну ладно. Пошли тогда дальше. Победим и пойдем уже в портал. Нам надо быстренько победить. Так, посмотрим, что там по марафону, кстати. Марафон прошли, не прошли. Вот. Один-то точно мы с тобой еще в прошлом видео завершили, да? Этого вонючего. Да боже, кто меня током дубасит? Сдохни давай, завистливый ты клоун. Тупой ты клоун. Вот, так, что-то не обратил я внимания, какой у меня там уровень, кстати, батл пасса. Какой уровень батл пасса? Ну, короче, теперь имба, чуваки, теперь у меня есть теневой пропуск. Это, наверное, я номер один в России, кто купил этот теневой пропуск. Ну, не купил, вернее, разработчики мне его подарили. Вот, да, купить его нельзя. Хотя, может быть, и есть какая-то возможность, я не знаю. Вот, я говорю, пишите в комментариях, кто покупал, кто знает, как его приобрести. Вот, мне же он совершенно бесплатно, конечно, достался, но, тем не менее, это имба, это имба. Я могу не смотреть видосы, ну, рекламку, в смысле, понимаешь? Я смогу босса дня мутузить, и эти боссы каждый день, я так понимаю, меняются, потому что вчера был другой босс, я уже одного вчера убивал, но я зашел такой, сейчас думал, что это тот же самый будет, ну, нифига. Это вообще мнемос какой-то. А вчера был, я не помню кто, честно говоря. Я его просто прошел, я понял, что он изи. Вот, а кто это был, не знаю. Ну, короче, это прикольно, прикольно. Теневой марафон. Ой, да, теневой... А, марафон же еще там теневой, точно! Реально! Ты че вот молчал? Только сейчас мне сказал, что теневой марафон. Реально, теневой марафон! Сейчас посмотрим, что там за награды. Там, по-моему, жетоны Эмпориума, кстати, можно забрать. Боже, сколько тебе бить, Хельга, ты вечная, вечная это дерьмо. Ты можешь умереть, нет? Я, ну, вот, я не знаю, что за баба такая. Вот просто пользуется тем, что я болтаю, рассказываю вам тут истории всякие, теневые марафоны какие-то и прочее. Она уже давно умереть должна. Вот раз, два и вот три. Теперь активно колено понюхай. И умри уже, наконец-таки, сколько можно. Специально, блин, видишь, что я отвлекся и что-то не умирает так долго. Так, ну хорошо, вечную тьму мы прошли. Все, сейчас забираем жетоны. А, так, сколько у меня, кстати, вот этих жетонов? 250, да. Сколько я уже накопил? Так, 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 куда мне надо... А, вот, пошли. Вот, теневой марафон, реально, он проходится. 49. Да, смотри, жетон Эмпориума, 5 штучек. А, всего лишь 5 штучек, а что так мало? Так, а здесь у нас... О, здесь тоже почти все пройдено, смотри, 9800. Вот новый марафон, марафон фракции. Так, 150 за завершение других марафонов. Марафонов? А, вот эти, да, завершить надо. А что тут надо? За победу в боях используя оружие вестников, полностью до принца демонов. А, принца демонов, ага. Так, 200 очков за победу над боссом дня в полном сете принца демонов. За победу или в полном сете принца демонов. 30 очков за открытие стандартного бустерпака события. 150 за открытие премиального бустерпака события. Ну окей, как бы... Ладно, так, 1245 у нас жетонов. Ну что ж, открываем последний уровень, чуваки, нашей карты. Пошли. Да, доступ получить, все это я знаю. Сюда, сюда. И давай смотреть, что за басяндр тут будет. Сейчас же должен босс быть какой-то там сложный. Я так же понял. Так, давай смотрим. Значит, здесь мы зарабатываем с тобой билеты. Это все понятно. Здесь у нас за 100 билетов, как всегда. И здесь у нас за 50 билетов. Так, а билеты вроде мы сейчас с тобой заберем. Так, 41-й, оказывается, батл пасс у меня. Здесь давай все награды забираем. Практически все. Сейчас все. 235 будет билетов. Ух, имбулина. 4, так, вот, еще что-то прокачали, смотри. Пилигрим сферы. Кастомизация, что? Стрела. Открыть бустерпаки. Давай, да, откроем. Не знаю, что-то я там взял, а что взял, не понял. Так, бустерпаки открываем. Сейчас что-то еще прокачается у нас, я так думаю, да? Смотри, теневой марафон, да, прокачался. Здесь у нас что? Здесь у нас почти прокачалось. Здесь почти прокачалось. Ну да, прокачивается. Так, тут чуть-чуть остается. Хорошо. Так, 236. Пошли смотреть. Так, давай за полтинничек сначала. Что здесь за басяндр?
смотрим. А, тут же самое, наверное, будет, но только он здесь. Да, освободитель смертных. Он же, чуваки, он же. Так, а ну-ка, ты такой же здесь умный, нет? Нет, здесь он туповат, мне кажется. Здесь он немножко туповат, ну, хпшки отнимает, дай бог. Это жесть, это что за говнина? Ты вообще что ли охренел? Ну-ка сюда. Давай, дерьмо. Смотри, хп не уходит у него. О, боже, охренеть, просто вынес меня. Так, ну окей, окей. Я понял, я расслабился, я признаю свою ошибку. Сейчас это не повторится. Держи голову, сразу же поехали, чпоньк. Сразу будем чпокать тебя. Чпок, чпок и чпок, давай. И еще вот, хлоп, полетело. Так, сейчас у него, да, зеленая это, да, зеленая там хрень выпала. Но это нам пофигу, мы его мутузим. Куда ты там полетел, куда ты собрался? Куда ты, братишка? А я тебе принес покушать. Давай, умирай, братишка. Да, не дотянулся. Боже, ну он жесткий. Он жесткий по-прежнему, чуваки. Нет. Боже, сейчас. Да, побеждю. Победил, отлично. Боже, чуть не сдох. Я же, блин, всю полоску у себя заполнил и все. Я не буду, жопа у него взрывается и тогда все. И да, можешь проиграть. Так, ну я смотри, у него вот эти вот сами меняются. У него как у Мнимаса, смотри, видимо, меняются, я так понимаю, вот эти. Только у него какие-то шкатулки, да, зеленая, красная, синяя. И видать, реально как. Ой, прилетел. Сюда, роднуля. Сюда, говнуля. Давай. Так, хпшка уходит, давай. Ой, хорошо. Давай, 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 что там, телепортацию будешь делать? Давай, я знаю, я сокращаю дистанцию. И еще тебя по башке настучу. И сюда! О, достал, да. Сюда. И сюда. И сдохни. Уже, ну, да. Фух, 2-1. Но здесь он полегче, чуваки, изи. Здесь он изи. Короче, да, у него как у Мнимаса вот это, только там ты сам переключаешься на топор. А у него здесь, я так понимаю, вот эти вот шкатулки появляются какие-то. Вот. Здесь у него какая-то броня, видимо, красная, или усиленные удары какие-то, наверное. Ну, скорее всего, я так думаю. Вот. Потом у него появляется зеленый светофор, который, короче, что? Ну, который ему хпшку восстанавливает. Потом фиолетовый светофор и красный. И вот еще какая-то телепортация, ну, это, я не знаю, то ли пассивка, то ли активная, может, какая-нибудь. Да нет, тот удар, ты сумасшедший! А, молодец. Молодец. Красавчик. Правильно сидел, правильно. Все. Он же был близко ко мне, и он сдох. Есть, 3-1, и мы его выиграли. Отлично, бонус на карту. И еще плюс 100 жетонов, 450. Отлично, уникальный премиум открываем. Забираем. Так, у нас какой уровень? У нас 40 какой-то должен быть, да? Давай, так. Давай, ну быстрее. Боже, ну что это? Все равно все это дерьмо, и это ничего не надо. Так, марафон вестника, получена награда. Ну-ка, давай смотри. Да, и мы завершили этот марафон. Золотой марафон событий, чуваки. Можем уникальный еще один премиум забрать. Все прошли. Все марафоны завершили. Ну, все марафоны, которые вот вышли новые. Во, это вот уникально уже, реально, тут какие-то хоть предметы нормальные повыпадали, а то какая-то чушь там выпадала. Да, вот только здесь... А, марафон вестника еще завершил, смотри, ни хрена себе, уникальные способности. Все, понял, давай, забираем. Уникальное эпическое снабжение, ну все, да, это отлично, это надо, да, магми, фигагми. Это все хорошо. Так, теперь смотри, вот здесь нам осталось. Победи боеспособное оружие легиона. Полный сет теневого колоса. Вот, теневой колос выбери, говорит, и победи боеспособное оружие легион, полный сет теневого. Хорошо, это выполню я потом. Здесь у нас, говорит, сет фаворитов Давыда. Изи. 5200. Тоже это потом повыполняем. Ладно, это не так интересно. Надо проходить все-таки Battle Pass. Потому что мне хочется уже забрать новый сет. И испытать его. А все остальное, как бы, ну, это такое себе. Это уже вторичные, скажем так. Вторичные всякие задания, которые нас особо не интересуют. А вот Battle Pass, это да. За деньги, да. Давай, короче, все, выносим.
убивает сразу. Здесь он, кстати, не подрывается, не встает. Но хпшка у него как будто бы намного-намного медленнее уходит. Или кажется так, смотри. А, это как будто намного... Давай. Да блин! Ты рофлишь! Ё-ма, чё вы там делаете? Не понимаю. О, говнище просто. У меня хп потом начинает само по себе уходить. Чё он на меня накладывает? Я понять не могу, блин, ни хрена. Ладно. Ладно, пошел в жопу. Давай. А когда он тыкает так в землю своим вонючим штыком? Сейчас я тебя тыкну, уродина. На, лови. Говно. Давай, ага, встать не может. Все, валим его, валим. Сразу он встает, еще сразу теневуху, чтобы у него хпшка просто улетала. Вот, отлично, я не запал. Так, он сейчас в другую сторону поедет. Да боже, вот он жжет. Нет, нет, нет. Нет. Да как? Вот. Ну ты видал, у меня опять хп просто. Вот так, как будто на Формуле 1 моя хпшка поехала. Это что такое? 2-0 он мне уже выносит. Ну как это? Я не понимаю. Так, хорошо, ладно. Говнина, ты тупая, а? Лови. Реактивное колено, на, еще тебе по жопе, тупой твоей. Давай, сюда. Не буду тебе ни шанса. Ни говна, ни шанса тебе. Нет, все, все. Давай. Сдохни, так, все, он полетел в ту сторону. Поехали за... Что? Ты видел? Добивай, ты его уже! Есть! Ты видел? Отец! Ну нахер! Что это было? Это уже не Формула 1, это истребитель какой-то! ХПшка просто... Отец, не бомбите! Да как не бомбить-то? Да? Это жесть какая-то! Да... Ты говнатый кусок! Да тихо! Боже, я сдохну! Нет! Ну конечно! А билеты? Ладно, нет, один раз проиграл, как бы один раз, это не туда-с, не сюда-с. Вроде раундов один, и билеты все, да-да, во свояси полетели? Билетики мои. Мои нежные, вонючие, сладенькие билетики. Ну конечно, один... Ёпа-мать, охрененно. Ну просто охрененно. Только один раунд, один попытка. Один попытка! Сказал, как узбек на базаре. Один попытка у меня только, чтобы купить этот арбуз. Ах, ладно. Хорошо, пельмень. Давай, лови. Чё там уже хотел? Хотя там что-то кинуть, я тебе кину, говно. Я тебя кину! Сюда! Давай! Чё, перемещайся! А, перемещился! Так далеко, что невозможно! Куда? Куда? Сдохни просто! Вот так-то, говно! Вот так! Идеально! Ну вообще, вообще! Просто даже муха на мне не сидела! Просто идеально вынесла! Говно, вот ты тупая! Просто вот стоит только один раз ошибиться, чувак, и все, это дерьмо, оно тебя просто с ваншота практически убивает. Поэтому нельзя ошибаться, просто нельзя. Давай, урод. Фу, будешь сдохнуть! Сдохни! Ну, он должен был, хп, он должен был. Да, он переместился. Ну, конечно, вот я, видишь, что я сделал? Ну-ка, блин, вот просто, вот ошибся один разочек, и все. Вот что, вот прыгнул, взял, он приземлился прямо на мину, туповатый, надо было подойти поближе. Нет, я просто нажал прыжок, я думал, ну, сократить быстро дистанцию, знаешь, до него. Ну, нет, ты говнина тупая, он тебя просто вот выносит, тебе мозг. Какой же он конченый, просто конченый. Так, сразу ему на, разочек. Вот это еще зеленка там у него. Давай. Давай, уже дохни. Да. Все правильно ты сделал, все правильно, братишка. Братишка, иди, пожрать принес. Вот, давай. Ну давай, дохни.
Да. Фух. 2-1. Боже, какой же он лютый. Он даже здесь лютый. Не говоря уже там, где у него сложность повышена. Он даже здесь просто тебя достает. Ну окей. Окей, пробуем еще разочек. Нам деваться некуда, нам же надо будет его убивать все равно, в любом случае. Ой, отлично, сейчас могу кидать. Блин, вот это лучше не делать, хотя... Не, нормально, нормально. Все, разворачиваемся сразу. Вот он здесь. Он здесь, красавчик. Давай, 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 давай. Дистанцию. Дистанцию сокращаем. Отлично. И еще вот так. И конец. 3-1 опять. Фух. Все, надо вообще ему не давать ни шанса, просто не подниматься, чтобы он не вставал, чтобы он лежал, говнина, и постоянно его бить, 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 бить и бить. Ох, 47-й левел батл пасса, чуваки, 47-й. Так, что здесь? Я не знаю, билетов до хрена, конечно. Но вот награды я хотел бы, знаешь, собрать. У меня уже 70, прикинь, 70 наград. А если, прикинь, вот так все собрать? Когти здесь еще обновим, офигеть. Так, еще бой один мы можем провести. Так, пошли в магаз вообще, сколько у меня жетонов? Ой, у меня уже 8000 жетонов. Жесть, может я что-нибудь тут купить могу? А? Какой-нибудь имбу нет? Имбы нету никакой. Так, нету сферы. Так, легенда... Ой-ой-ой, что это легенда фаворит? Это что, сферы? А, нет. А, на нее все, смотри. Угу, прикольно. На вдову. Так, подожди, а что мне там можно было? Сфера факира, нафига мне? Вот, сфера судьбы, смотри, за десяточку можно 8 сфер купить. Ну, такое себе. Еще? А, нет. Я думал, одно и то же. Так, хорошо, давай смотреть, где? Где какая-нибудь имба, где? Ничего нету в акциях, событиях? Так, тут, ну, это фигня. Вот, за 7500, смотри, что. А это для чего? Получать жетоны свободы в событиях, побочный эффект. А для чего? А, так, а для чего? Для чего эти жетоны нужны, чуваки? Кто-нибудь знает? А? Не, я-то, наверное, куплю. Хотя... Ну, хотя, да. А что, куда деваться? Тут зато 222 рубина. Давай 7500 потратим. А куда мне их девать, эти жетоны? Я не знаю, для чего это. Легендарные вестники. Окей, давай, открываем. Что-нибудь, может, я завершу марафон, марафон пройду, нет? Нет, ни хрена. Нет, ни хрена. Окей. Ну ладно, как бы все равно. Так, нет, получится марафон, награда фракций. Еще одну прошел? Да! Смотри, еще одну прошел. Осталось, короче, на династов только выполнить. Да, тут можем забрать. Ну, имба? Имба просто вот так по пути шли и прошли еще один марафон. Просто мимоходом там хвостом зацепили, и он прошелся. Ну окей. Окей, еще вообще очищенный магмарий. Или магний, как его. Так, а тут легендарный сетовый у нас. Так, а здесь мы что-то двигаемся как-то. Вот здесь я не понимаю, что такое бонусная карта. Собирайте бонусные карты и получайте награду. А за каждую собранную бонусную карту. А что такое бонусная карта? Кто-нибудь знает? Собирайте, говорит, бонусную карту. Что такое бонусная карта? Где ее найти? Это вот когда ежедневно заходишь в игру? Не знаю. Не знаю. Хрен его пойми, короче, что это такое. Бонусные карты, чуваки. Ладно, давайте попробуем все-таки победить его в третий раз, да, уже? В третий раз, да. Фух, блин, ну если бы я его тогда победил, блин, а то просрал, получается, 50 билетов. Ну ладно, 50 билетов, в принципе... Такое себе, не так и много, учитывая, что у меня там уже в батл пассе столько этих билетов, что если их все заберу, я, наверное, тут спокойно пройду. Давай, да, давай, давай, нет! Да-да-да-да-да. Сокращаем, все, разворачиваемся и... Да, развернись, идиот! Давай, 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 давай! Вот, отлично. Так, прервали атаку, сразу тяни в уху. Близко, близко, близко. Все, сдохни! Вот так. Вот так. Идеально. Опять идеально, кстати. Ух. Окей. Еще разочек. Еще разочек. Ой, хотел сейчас на меня это скинуть. Но нет.
получится, говно. Не получится. Во, держи. Отлично, так сразу так, хоп. И нижний удар, да, вот. И вот такой ударчик, все как тебе, а? Еще раз на тебя, еще. Так, на середину, да, я знал, что ты здесь появишься. Вот такой ударчик. И реактивное колено, пошло. Сразу чпонь тут его, и на 2-0. Хорош, пока отлично идем, пока отлично, идеально. Два раза подряд. Фух, ну давай, 3-0, это говно, выиграем. Я же даже сложного на 3-0 выносил, чуваки, давай. Постараемся, ну! Да как? Поймал! Просто! Ну что с хпшкой опять? Зачем она на Формулу 1 пересела? А, боже! Что за говно опять? Все то же самое, все делал, смотри, то же самое все, но он просто... Просто взял и все испортил. Тупой урод! Без вонючего. Почему тех чуваков клоунами назвали? Вот его надо было клоуном назвать. Вот это клоун-то клоун, реально. Сдохни. Так тебе. Давай, ха-ха, что ты там хотел запустить? Нет, давай. Хапочка, чтобы уходила. Так, все, он на серединку должен. Нет? Еще не до конца. Вот, вот сейчас. Давай. Бьем. Ой-ой-ой, я все заполнил. А, ну и пофигу, он сдох. 3-1, опять не получилось. 3-0, но... Ах, ну ладно, хотя бы так. Ладно. Прощаю. Так, 300 жетонов, бонусную карту сюда. И еще мы... Все, ровно 50 уровней. Ровно 50. И у нас остается 70 уровней. Ну что, придется забирать награды, потому что фармить билетики как бы не хочется. А здесь, смотри, мы сейчас заберем и все наградики с тобой... ну, в смысле, заберем, у нас будет куча билетов, и мы можем спокойно пройти Battle Pass до конца. И все, в принципе. И все. Блин, я забыл вообще про... Да, вот здесь я ничего не прохожу. Надо это исправить, надо проходить. Потому что надо собирать жетоны Эмпориума. Работорговец. Работорговец, да, рабой. Я думаю, робот это... роботами торгует. Нет, он рабами торгует. Короче, ладно, тогда в следующем видосе, наверное, я вам покажу, как я уже точно прошел весь Battle Pass. Надеюсь, это все-таки случится. Вот. И испытаем уже, чуваки, этот сет в действии. Наконец-то сами сможем его пощупать, посмотреть, что он из себя представляет. Ну, конечно же, на первом-втором левеле это будет, ну, такое себе. Это будет сет нубиатский, наверное. А вот, когда у него будет хотя бы левел 4-й, а лучше 5-й, вот это будет имба. Вот это будет имба сет. Ну, посмотрим, не знаю. Кто уже заполучил, напишите в комментах. Может быть, он на 3-м левеле норм. Но я думаю, до 3-го левела, ну, в смысле, вот все эти сеты, которые на 3-м левеле, это такое себе, короче. Такое себе, не очень. Вот где-то с 4-го, с 5-го левела, вот там уже... Блин, язык уже заплетается. Вот там уже имбулечка начинается, мне кажется. Вор! Вор должен сидеть в тюрьме. Короче, вот такие дела, чуваки. Тогда я сейчас завершу быстренько. Короче, этот, как его, воины фракции вонючий. Вот. И в следующий видос заберу награды, наверное. Или, давай на видео я заберу награды. Быстренько пройду Battle Pass. И потом тебе покажу, короче. Покажу тебе сет. На самом деле, Максим, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Играйте в скам хомяка. Скам-хомяк. Не, реально, вдруг кто-то заработает. У меня знакомый, допустим, до этого в ноткоинах там $200 заработал. Я видел, что там кто-то по 40 тысяч рублей даже заработали. Ну, то есть это уже почти $500. Так что, в принципе, может быть, что-то и получится. Я не знаю. А может и скам. Ну, не знаю. Вот тут гарантии нет никакой, короче. Ну, а почему нет? Долго времени это не отнимает, если честно. Я вот захожу раз в 3 часа в игру. Карточки я там купил, обновил, бух-бух-бух. Все. И меня, в принципе, к
кликать, я там не кликаю, не сижу, нахрен это надо. Самое главное, чуваки, кто не знает, это доходы ваши в час, сколько в час вы зарабатываете. Поэтому для этого надо покупать какие-нибудь карточки, там, лучше Legal карточки, там, из того размера, ну, где там такие большие карточки, вот лучше их покупать, потому что они самые крутые. Потом следующая вкладка, там, где континенты, вот ее. Вот, ну, короче, там... До хрена всего, поэтому заходите, играйте, и дай бог будем жить в Лас-Вегасе. Всем удачи, всем пока.